Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня вместе с Жекой мы будем продолжать наши эксперименты друг на друге в Майнкрафте. Да-да-да, ребята, всем привет и большое спасибо за ваши лайки, под нашими сериями сумасшедших ученых. Только благодаря вам мы продолжаем снимать эту рубрику, да, компаньон? Компаньон, конечно, я с вами согласен, поэтому, ребята, ставьте как можно больше лайков прямо сейчас. Чем больше лайков наберем, тем быстрее выйдет новая серия «Убить друга». Побежали! Вот, ребята, карта на мою сегодняшнюю серию. Чем будет заниматься Жека? В первую очередь, ребята, мы ученые. Все во имя науки. Да, мы уже это повторяли миллион раз. Поэтому сегодня, как ученые, Жека будет ставить офигенные эксперименты на то, как создать портал в новое измерение. Точнее, вот в ад. И ему нужно будет собрать нехватающих деталей. Точнее, нехватающих блоков обсидиана. Он сможет их найти вот на вот этой моей карте. Тут будет 5 спрятанных нычек. Поэтому Жеке надо будет потрудиться. В принципе, очень простенький способ, чтобы умереть. Но надеюсь, то, что Жека немного хотя бы потянет с прохождением этой карты. Что не сможет добыть все блоки там приблизительно за 2 минуты. А хотя бы за минуту как 5, 6 или 7. Поэтому... не будем предполагать, сначала пойдем к Жеке, пройдем его карту, мне даже интересно, что там сегодня построил, а потом вернемся ко мне, поэтому давайте, ребята, побежали. Ну что, компаньон, вы готовы подохнуть? Вы готовы? Я готов, давай, расскажите мне свой новый способ, компаньон, давай. Эдисон, я построил для тебя базу террористов, да? И знаешь, террористы, они любят там поумирать, вот. Ну и, собственно, ты должен здесь найти способ умереть, да. Так, способ... Ой. Не, вот так не работает, как я вижу, да? Да, не так работает, не работает. Ну что-то есть в этих сундуках, чтобы я полчаса сейчас не рыл просто? Да, есть, Эдисон, есть, ищи. Ты в задницу пойдешь, а? Давай, Эдисон, ищи. Не хочешь в задницу пойти, ну хорошо, так. Нет, в задницу не хочу идти, давай. А если я пойду, там смогу умереть, Жека? Куда пойдешь? В задницу. А, в задницу? Ну, возможно. Возможно, но я не буду пробовать. Засовывай голову, давай. Не хочу, все, отстань от меня. Ладно. Эдисон, видишь, у тебя тут есть ТНТ. Тебе нужно, чтобы умереть, его активировать. Видишь, тут есть красная шерсть. Да. Для этого тебе нужен активатор. Ищи активатор. А где активатор? Ну, смотри, можешь где-нибудь тут вот поискать, там, например. Опа. Мани. Зачем мне мани, Жека? А может быть, ты вернешься там в другую комнатку, посмотришь, может быть, там что-нибудь будет, связанное с мани-мани? Не просто так тебе, тебе нужно купить активатор, не все... А у кого купить? Включи внимательность. Включать внимательность, да? Да. Ага. А почему я у привидения активатор покупаю? А это нормально. Это нормально? Это уже мертвый сценарист, он уже познал всю жизнь. Хорошо. Так, то есть мне взрываться надо, да? Да, взрываться. Все, давай. Молодец, я нашел способ умереть. Давай. Эх, не работает. Не работает. А что делать? Эх, бомба паленая оказалась. Паленая бомба, да. Ну, паленая. Зря, на самом деле это вообще, видишь, опа. Ой, давай, ищи другой способ умирать, давай. Другой способ, да, умирать? Так, тут я сюда не могу запрыгнуть. А сюда, если... Опа! Есть какая-то лесенка есть. Да, Эдисон, так, ага. Ага, то есть мне сюда надо, да? Да, тебе сюда нужно. А ты где? Ты где? А, я вот. Так, хорошо. Давай, Эдисон, тебе нужно здесь способ умереть. Делай, что хочешь, как бы, да, делай, что хочешь, я пока тут проход закрою, пока ты тут здесь ничего не делаешь. Делай все, что хочешь. Ну, хотя, да. Да, так, давай. Подожди. А почему я не... Жека, так нечестно, Майнкрафт не работает. Да, ты хотел задохнуться в воде? Не, Эдисон. Так террористы не умирают. Ну, хорошо. Так, ага. Вот я вот это возьму, я не знаю, будет ли это что-то делать. Ну возьми. Не! В смысле, подожди! Чё это такое? Какого чёрта? Экзокостюм? Я серьезно, я не знал, что он так работает. Я думал, это просто обычная одежда. Можешь брать. Не, да вот прикольно, смотри, как высоко я могу прыгать. Не, на самом деле прикольно, я это запомню для следующих серий, но вообще нет, сними. Ну, хорошо, сниму. Ах, я уже так обрадовался. Ну я вот это надену. Ну хорошо, да, надеваем, ладно. А что-то, ну ладно, хорошо. Ага. Смотри, не знал он. Так, что это такое, Жека?
Это, видимо, какое-то метро. Детонатор, опа. Детонатор! Угу, значит, ведь тебе нужно что-то сдетонировать. Ну-ка. Что у меня? Что? Угу. Подожди. Ага. Да, Эдисон, кажется, сообразил. Ну... Да, только подожди. Эдисон, я понял, что ты нашел способ умереть, он нашел, ребята, взрывающийся нагрудник, но, Эдисон, ты должен умереть как настоящий террорист. А я не террорист. Ну ты не террорист, но тут карта для террористов. Ты должен... Ребят, он меня заставляет, я не хочу так умирать. Да просто красиво нужно сдохнуть, понимаешь, как бы, ну что, умирать нужно красиво. Опа! Вас killed by magic. Вообще нужно было взрывать метро, ну ладно. Молодец. Вот ты, в принципе, прошел мою карту, я тебя поздравляю. Спасибо. Ну давай, Жек, иди сюда, быстро. Слушай, а вот за костюмом, кстати, реально тема, я не знал, реально. Ну да, ну вот, уже будешь знать. Жека, иди сюда. В общем, мы ученые, да, мы изобретаем какие-то новые штуки, новые, да? И в этом, иди сюда, заходи. Ага, да, зашел. В этой серии мы будем необычным ученым, ты будешь изобретать портал в новое измерение, Жека. Понимаешь? Фига себе, портал в новое измерение мультика в Майнкрафте? Демонов в Майнкрафте, я тебе так скажу. Ага, прикольно. Сатану сегодня встретишь, сатана тебя и загрызет. Вот. Ты какой-то это, не странный ты человек очень. Опа. В смысле не странный? Я уже тут кое-что обнаружил, да? А что там? Дверь с замком, да. Значит, я должен найти... Код, но перед этим, Жек, я тебе скажу, тебе нужно найти 5 частей портала. Понимаешь, о чем я? Понимаешь? Ага, а может я в воде задохнуть просто, можно? Не, там такой не работает. Вот, кстати, по поводу воды, Жека, ага, в этой серии я тебе запрещаю вообще задыхаться в воде. То есть у тебя может быть какая-то возможность, но я тебе запрещаю. Окей, в принципе, мы с тобой будем квиты. У меня за костюмом, а у тебя за тем. Да, вот. Так, да, ага, давай. То есть здесь что-то есть, Эдисон, да? Ага, железо. Да, железо. Ищи. Еще одно железо. И третье железо. Так, потом зачем? Ну, Жека, я тебе дам подсказочку. Тут есть спрятанные нычки, они выделены типа другими блоками. Можно так. Блоками, не блоками, ну, посмотришь. Не, тебе не надо куда-то запрыгивать там высоко. Просто по земле ходите все, и все. Я тебе сразу дам подсказку. Хорошо, я ищу. Подожди, мне 3 железные скидки, да? Так, для чего они нужны? Ну, угадай. Я тебе еще раз повторю твою задачу. Тебе нужно собрать 5 нехватающих частей портала. Ну, задыхаться в воде я не могу, правильно? Не можешь. То есть мне ведро крафтить нельзя? Наоборот, как раз таки тебе нужно крафтить ведро, но ты можешь его так разбить, ну задыхаться я не могу. Да, задыхаться ты не можешь, понимаешь? Я понял. Тема, компаньон, тема. Компаньон, давай компаньон. Ты вообще понял, что я имею в виду? 5 частей портала. Ну, типа, я понял, я сделаю сейчас ведро, и типа это будет как жидкость для портала, правильно? Твою мать, 5 частей портала, 5 блоков обсидиана, блоки обсидиана, понимаешь, чего портал состоит? А, вот оно. Ой, какой же ты вы тупой компаньон. Вы, конечно, умный. Я нашел обсидиан, я не знаю, как. Светокамнем был. Вот, уже одна часть обсидиана есть. Точнее, портала. Должны быть светокамни, да, обсидианы? Хорошо, я поищу. Нет, они спрятаны в различные блоки. Ладно, я понял вас, компаньон. Слишком сложное у вас испытание, я скажу. Почему сложно? Тебе нужно 5 блоков обсидиана. Все. Жека. То есть мне нужно тыкать на все блоки, да? Нет, ты узнаешь, где они. То есть они выделены или еще где-то. Ну. Ну ладно, хорошо. Ага, ну вот. как кварц, да, в кварце. Есть уже 2, да? 2 блока. Да, 2, мне нужно 5, да? Мне нужно 3. 5, вот в этом доме может что-то есть такое подозрительное. Я не знаю, я тебе буду давать подсказочки, потому что вы слишком тупой компаньон. Хорошо, я ищу. Компаньон, становится темно, мне страшно. Темно и страшно. Вы вообще в ад отправитесь сегодня, какие страшно, компаньон. Так, подожди, Эдисон, сейчас я думаю. А, может быть здесь это? Нет. Выделенные блоки, хорошо, я сейчас смотрю, что здесь выделяется. Ну думайте, компаньон, думайте. Так, подождите, не дави на меня, Я дам тебе время подумать, компаньон. Я думаю, может открывать ими что-нибудь? Может быть. Нет. Да? Ну, не знаю, нет. Ты меня обманываешь, Эдисон. Компаньон. Какие же вы все же невнимательны. Слепой, да? Да, невнимательны.
Слепой, это в первую очередь, но невнимательный во вторую. Давай, еще. Блин, Эрисон, я вот смотрю вроде. Что мы делаем в каждой серии? В каждой серии. Какаем. Ой, какие же вы компаньон. Все, давай. Три. Хорошо. А может, ты с хачапурщиками сможешь поговорить? Может, хачапурщики расскажут секреты? Да, я вот уже... Ага, кирка. Кирка, алмазная кирка. На один удар. Ты аккуратно, то если ты ее испортишь, то все, ты проиграл. Да я могу кучу их понабывай. Жека, вот, давайте я вам объясню, насколько Жека просто несообразительный. У тебя есть... Тебе нужен обсидиан, да? У тебя есть... Я понял, то есть я должен найти блок обсидиана и вскопать его, я понял. У тебя есть обсидиан, у тебя есть ведро лавы, у тебя есть где-то на карте один блок с лавой, понимаешь? Ведро с водой, и у тебя есть на карте один блок с лавой, у тебя есть алмазная кирка. Что будет соединить воду с лавой? Блин, это еще нужно так правильно соединить, Эдисон. В смысле нет, просто как бы разливаешь и все. Да, и там вроде булыжник появится. А, нет, ну ладно, хорошо. Юха, ты бывай, Жек, ты вообще в Майнкрафт не умеешь играть. А, подожди, это я-то если на воду налить лаву, булыжник, все, я вспомнил. Ты вообще не умеешь в Майнкрафт играть. Эдисон, я тогда проснулся, у меня еще не соображается. Я тоже только проснулся. Сколько у тебя есть блоков? А у меня 4, так мне нужен еще последний. Да, тебе еще нужен последний. И мне еще нужен каким-то образом код найти. И код, да. Так, может у хачапурщиков есть последний блок? Не знаю. Ой, кирка сломалась, больше кирку я брать не могу. Угу. Может хачапурщиков мне нужно убить? Может быть, конечно, но я не знаю, какого именно тебе нужно убить. Я сам забыл, если честно, компаньон. Какого вам нужно убить? Да. То есть должно всех убивать, и кто-то умрет, да? Ну, может быть, конечно, может быть. Я фигачу. Да, не, вот эти не, мне кажется, вот эти не... Может, этот? Давай! Подожди. Может, кстати, вот этот. А ну. Не знаю, может. Опа! Ага! Умер! Обсидиан. Так, все, у тебя есть все части... Компаньон, у вас есть все части портала в ад. Да. Так, теперь мне нужно найти код. Ну, поищите. Возможно, код должен быть... Я вам дам подсказку, компаньон, дам вам подсказку. Mm-hmm. Код от портала в ад есть у вас в голове. А, то есть должно быть какое-то адское число, да? 1488. Нет, 1337. А почему это адское число, я не могу понять. Я не помню, какое адское число, честно сказать. Ну, думайте, ребята, кто знает адское число, ставьте лайк. Потому что все его знают, даже Жека. Просто Жека пока не сообразил. 1408. Нет. Почему 1408, не могу понять. Адское число, просто адское. Все люди на планете знают, какое адское число. Число дьявола. Я не знаю, Эдисон. Жека, если я тебе подскажу, то ты сдохнешь. Ну сейчас, подожди. От позора, ну. Ну. А, сейчас он гуглить пошел. Так, подождите. Адское число. Нет. Ну что, хорошо. Ну, думай. Число сатаны, Жека. Число дьявола, ну просто. Ну как бы нет, ну подожди, может быть шестерка, но вот как бы там не 4 шестерки. А почему ты. А почему ты думаешь, что там 3 как бы. То, что там 4 цифры. Понял! Вот дебил, пароль 666! Так, я что дальше делать? Я должен типа достроить, да? Да, дострой. Ага, что дальше? Мне нужно типа как-то поднять. Опа, заработал! Давай, Жека! Давай, внутрь, побежали. Опа, ты где? Жека. Ну, телепортируюсь я. Так, ага. Ты, конечно, можешь вот так умереть, но мне кажется, может тебе сатану найти, Жека, сатану. Сатану? Мне лагает. Это уже сатана, да, походу, делает? Ну, может быть, он где-то вот тут рядом, только я не знаю где. А у нас... Так. А, фиг его знает, если честно, где он. Ну, давай где-то вот тут его найдем. Может он будет, а может не будет. Короче, Жека, у тебя тут много способов умереть. Знаешь, какой способ? Иди сюда. Лучший способ умереть, вот. Я тут грибочки странные нашел, Жека. Странные грибочки, ты присможешь их сожрать, и они тебя травят, может быть. Хочешь, тебе покажу просто факт о Майнкрафте. Разливаешь воду в воду, все, не разливается. Понял, теперь до свидания. Не разливается, ну давайте, компаньон. Все, я погиб, ура! Я сдох. Вы смогли...
сделать портал в ад, но вы даже не знаете, какое дьявольское число, компаньон. Ну, так не делай. Да ну что? Я думал, что оно из 4 цифр должно быть. Понимаешь? Почему из 4 именно должно быть, а? Ну, потому что я думал, что код может быть только из 4 цифр. Ну, хорошо, хорошо. Я не знал, что такие возможности Майнкрафта существуют. А, что код с 3 цифр. Ну, хорошо, компаньон. В принципе, мне эта серия понравилась, ребята. Если вам тоже она понравилась, то влепите огромный палец сверху прямо сейчас. Вот прям давайте много лайков наберем. Прямо сейчас. Вот тут, да. Да я дайте мое тело на ухе! Как обычно, как обычно. Поэтому, ребята, большое спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.